Всем привет, ребята! У Назара обладает вышла песня «Мутант». Давайте послушаем ее. Давно от нее ничего не было. Последний был трек «Slipknot». Да, выходил месяцев 5, да, где-то назад. Не знаю, будет ли клип на эту песню или нет, но ничего страшного, если будет клип, еще и клип послушаем. Ну, я же не знаю. Давайте погнали. «Мутант». NPC, не машина, а клуб, в котором все MVP. Они до сих пор вспоминают мой хоумран, облайз MLB. Воу, спустился вниз, чтоб взлететь, трамплин. 7-3-5, ноги в 2-3. 8-1-2-3. NFT щит на игроках, мы гэнг, горилла и панк. Пью эликсир зеленый, во мне кислота, мутант, плеерс клаб. Мой альбом это арт, купи этот пак, клянусь, это не скам. Это просто игра, где мы грабим банк, мутант, плеерс клаб. NFT щит на игроках, мы гэнг, горилла и панк. Пью эликсир зеленый, во мне кислота, мутант, плеерс клаб. Мой альбом это арт, купи этот пак, клянусь, это не скам. Это просто игра, где мы грабим банк, мутант, плеерс клаб. Мутант, плеерс клаб, ты встретил меня, так это к деньгам. Мой парашют в рюкзаках, я не юзаю налы в портфеле крипта. Чтоб открыть этот сейф, получил первый кей, но не делаю лайн. Код номер 2, мутант, плеерс клаб, это второй дабл тап. Кидаем узло в паутину тарантул, ты видишь все это сквозь вижен кристалла. Я затеряюсь в кварталах, а кипин ван хана, алла вандала. Блин, как, конечно, он круто вообще наваливает. Вообще без остановки. Ты даже вот не успеешь отдохнуть, да, от трека. Это очень, очень классно звучит, офигеть. Мне очень нравится, если честно. Хоть я обладает и, ну, как бы не особо, да, его слушал. Как, у меня вообще мало реакций на него на канале. Но классное мне очень исполнение, мне нравится. Так, а почему тут еще типа, Lil Crystal, да, в фите написан? Стоп, это фит с Lil Crystal, что ли? Нет. А он здесь написан, знаете, на Джениусе в этом в куплете, да? Так, давайте немножко назад отмотаем. Блин, ну, очень круто, мне нравится очень подача его исполнения, как это все звучит. Мутанты. Супер ниндзя черепашки. Почему-то мне сразу приходит на ум, не знаю. Окей, давайте. Паутину тарантул, ты видишь все это сквозь вижен кристалла. Я затеряюсь в кварталах, а кипин ван хана, алла вандала. Думали, не найду выход без карты, воу, так это неправда. У меня миллион слага, лага, я приобрел снова Прада. У меня вар, как в футболе, команда на поле, Полина мой дриплинг. Они кричат, не все оле, кричат, не алло, каждый трек это рингтон. Грей Канс, Грин Парк, английский Ти, но не Липтон. Линкап, Кристалл, Фабьен поменяет мне крипто. Это Гринпис, зеленая слизь, мутант едет ночью по трассе. Линкап, Кристалл, слушай, Файбен, поменять мне крипто. Назар говорит про встречу с Линк, с Лил Кристалл в Лондоне, Назар запостился вместо фотографию. Также на бэках можно услышать у Ланса его Эдлип, слушай, который впервые появился в треке Логан. О, Логан классный трек, да, я помню, Лил Кристалл и Логан. Ой, хочу спать просто. Извиняюсь. Это Greenpeace, зеленая слизь, мутант едет ночью по трассе. Не программист, но записал диск, все пальцы кольца как кастет. Я не про школу, сижу в первом классе, не был подписан, всегда был на газе. Играю так сильно, мне не нужен кастинг, вы все в перчатках, но где ваши панч? NFT щит на игроках, мы гэнг, горилла и панк. Пью эликсир зеленый, во мне кислота, мутант, плеерс клаб. Мой альбом это арт, купи этот пак, клянусь, это не скам. Это просто игра, где мы грабим банк, мутант, плеерс клаб. NFT щит на игроках, мы гэнг, горилла и панк. Пью эликсир зеленый, во мне кислота, мутант, плеерс клаб. Мой альбом это арт, купи этот пак, клянусь, это не скам. Это просто игра, где мы грабим банк, мутант, плеерс клаб. Мне нравится, мне нравится. Честно, бит такой интересный тоже очень. А, интересный бит, классная обложка, да, такая в стиле какого-то
ну, такая мультипликационная, да, какая-то обложка такой, то есть... Не, ну, или как-то анимационная, да, правильно говорить, ну, говорить. Блин, даже не знаю, что за... Ну, что за мультик, не знаю, такое... А, монстры... Монстры и растения, что-то тут, видите, типа, ну... А, тут какая-то вот эта фигнюшка прикольная, которая из руди, там, ну, высовывается. А, в общем, классный вайбовый трек, приятно слушать, не режет слух. Классно наваливает, ну, как бы, очень понравилось его здесь исполнение. Он умеет удивлять, умеет очень удивлять своим таким, ну, знаете, отличающимся голосом. То есть, ну, из русских ребят, которые тоже музыку делают, в общем. Ну, и своих коллег, может быть, да. В общем, мне все понравилось. Поставлю треку 9 из 10. Все очень круто. И... Не знаю, мне кажется, очень классная пластинка у него получится. Почему-то у меня такое мнение. В общем, если выйдет клип, это будет вдвойне прикольно. Будет интересно, что будет, если... Ну, если выйдет клип, не знаю. А так, ждем пластинку, ждем, конечно, пластинку. И, может, первую часть уже послушаю пластинку, то есть... Players Club один, наверное, послушаю, то есть надо послушать перед выходом второй, да? Ну, пишите свои комментарии, что вы думаете о данной композиции. Очень интересно почитать, и, ну, и всем спасибо, что посмотрели. Всем удачи, всем пока, спокойной ночи. Увидимся еще.